Губернатор Ульяновской области осмотрел дороги в Терентьевском районе. Там же состоялось совещание по дорожному сезону в целом. Подробности у нашего корреспондента. Реверс, снятое дорожное полотно, тяжелая техника для ремонта встречает автолюбителей, еще не доезжая до самой Теринги. Дорожный сезон в этом году в районе открыла федеральная трасса М5 «Урал». Профиль дороги меняется, улучшаются характеристики дороги, усиление дорожной одежды, обочины расширяем. Из третьей категории дороги мы переводим в вторую категорию, то есть возможность безопасности движения организации здесь будет. У нас меняется здесь 20 труб, меняемся мы в рамках капремонта, остановочные павильоны ставим. Дополнительно 10 павильонов будет здесь стоять. То есть мы делаем для безопасности дороги. И где-то порядка 9 километров у нас здесь будет проходить барьерное ограждение. Ход ремонтных работ осмотрел Сергей Морозов. Всего в этом году на дороге в Терентьевском районе планируют выделить более 800 миллионов рублей. Большую часть потратят на федеральные трассы. На районные пойдет всего 41 миллион. В самой Теринге отремонтируют улицу Дубрава. В Ясашной Ташле сделают переправу, которая соединит Терентьевский район и Кузоватовский. Асфальтом покроют еще несколько дорог. Мы взяли в собственность регион автомобильную дорогу, которая проходит по населенным пунктам Ясашная Ташла. Поэтому в этом году мы обязательно ее отремонтируем. Были вопросы по мостовому переходу, который находится на этой автомобильной дороге. Поэтому были проведены экспертизы. Сегодня найдено техническое решение, как его отремонтировать. Здесь же, в Теринге, обсудили и судьбу областных магистралей. В районной администрации состоялось совещание, на котором губернатор предложил переформатировать программу ремонта и строительства дорог в проект под названием «Безопасные и качественные дороги Ульяновской области». Вопрос не в смене названия. Вопрос вообще в целом в смене философии, идеологии, которую мы с вами сейчас будем применять к тому, чтобы, так сказать, территория Ульяновской области была максимально безопасной и комфортной. Главной задачей Сергей Морозов обозначил, как можно быстрее запустить новый проект. Причем важно, чтобы он учитывал стратегию безопасности дорожного движения до 2024 года. Васа Рассадина, Любовь Фомичева, Дамир Губеев, Вести Ульяновск из Терентьевского района.